Вот он, ребята, босс. Вы посмотрите, какой то металлический медведь. Ты что такое, чудище? Нет, отстань от меня. Ну-ка, получай. Всем привет, ребята, меня зовут Спойди Дадиду, и мы находимся на очень мрачной фабрике, на которой обитают аниматроники, ребята. И вы сейчас их увидите вместе со мной. Будет очень интересно, а также будут дикие секретики. Если вы их найдете где-то в видео, то напишите об этом в комментарии и будете в следующее видео. Так, ну что ж, поехали. Поехали под пресс сразу. И все. Так. Угу. Значит, сейчас делаем по-другому. Все, мы прошли, что ли? Этот лазер ниоткуда возьми тут взялся. Так, так. А, надо было подождать, это что-то слишком низко. Опять не рассчитали. Так. Ой. Давайте ждем. Все, теперь можем спускаться. Раз, два. Так. Ура, мы прошли. Отлично. А. Так, 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 так. 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 Звездочка теперь моя. Бонни и ку-ку. Все, Бонни у нас получил. И мы отправляемся еще дальше. Ку-ку. Так. Ес, мы даже допрыгнуть смогли. Замечательно. Так, раскручиваем эту штуку. Хоп. Что? Ты что, у нас крутой, что ли? А ну-ка, получай, Бонни. Так, тут эти прессы. А! И наша звездочка теперь у меня. Так, что тут такого будет страшненького? Вот что будет страшненько. Эй! Да как мы так, а? Ну-ка. Все, готово. А, теперь осталось их задавить только бы. Отлично. Берем флажочек. Так, а что тут делать? Да что? Этот откуда взялся? Так, кинем этот камешек туда. И будем ждать, пока он встанет на кнопочку. И катимся, катимся. Ура! Ого, а почему мы так тут не можем запрыгнуть? Что это за уровень такой интересный? Так, что у нас тут? Эти штуковины отрываются. А как тогда пройти? Как мне забрать тут звездочку? Вот так вот, что ли? Интересно. Оп. Давай, 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 шарик. Оп. Есть. Молодец. Ай-яй-яй. Да, страшненько. Так. Тихо. Все, пока он взорвался, нам безопасно. Так, что тут? Ух ты. Не-не-не, смотрите, какой шустрый попался. Так, давайте вот этого бабахнем. И все, теперь спокойно будем заниматься своими делами. Так. Что? А ну-ка, давайте-ка глянем. Что это за кнопка такая интересная? Ага. Даже Бонни сюда не идет. Ну ладно. Значит, нам точно надо вот эту штуку закатывать. Чтобы она придержала кнопку. Сейчас, сейчас. Давай, залетай. Так, задавим Бонни. Все. Есть, готово. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, взрывайтесь там где-нибудь. Как-то влюбленные жили себе, и все у них было хорошо. Кто украл его принцессу? Это что, Фредди? Шарик, шарик, пройди туда, пожалуйста, он сейчас тебя съест.
сколько Фредди тут? Почему вас так много? Вы что, мне все хотите съесть? Быстрее. А вот, смотрите, 3 Фредди сразу. Смотрите, поджидают меня, трясутся. Но они же сейчас взрываться будут. Ай, нет. Всем привет, ребята! Меня зовут Споди Дудиду, и за нами гонится какая-то страшная тележка. Ой, отстань, кто это тебя тут выслал? Фредди, что ли, тебя выслал? Фух, ребят, ну, вроде бы пронесло. Ой, а ты что тут за стенкой бегаешь, а? Вот, ребята, Фредди, он же меня сейчас съест. Хорошо, что я успел закрыть дверь. Так, значит, берем эти звездочки. Оп. Ай, нет, выбрался, не ешь меня, не ешь. Все, ребят, пронесло. На первый раз пронесло-то. Так, давайте еще тут. Мы не успели прыгнуть. Что? Быстрее. Вот, вроде бы заметили меня эти злодеи. Так, ну и тогда мы можем продолжить свой путь, как бы, более-менее безопасно. Все, они там взорвались. Ой, я чуть не получил 1 000 000 колючек. Ха, что бы тогда было? Так, что это у меня тут? Ты откуда тут взялся? Как ты меня напугал-то? Фредди, а ну кто так делает? Так, мы 1 ключик потеряли. Ай, ну я бы не допрыгнул никогда бы на такое большое расстояние. Тем более... Нет, ну что, я специально что ли беру этот ключик? А? Или меня настолько испугал уже этот Фредди, что больше ничего не хочется, отстань от меня. Вроде бы отстал. Вроде бы, ребята, отстал. Так, берем тогда ключик. А! Все? Готово? 1, 2, 3. А! Вот еще один. Так, и хватит взрываться тебе. Хватит меня мучать. Так, еще один ключ. Ой, как мы неожиданно тут появились. Да, если бы он сейчас меня съел бы. Что тогда делать? Так, ну ладно. Опять тут. Нет, отстань, успокойся. Все, вроде пронесло. Ну хорошо, берем тогда ключик. И у нас открылся проход. Ребят, ну, вот только я на такое способен, таким способом-то лопаться. Так, ну на этот раз хоть не получится, так. Как-то глуповато. Ну хорошо, зато мы справились. 1, 2. И давайте нашу тележку вот эту покатим сюда. Хоп. Так. Нет, не падать, а то бы она нас задавила. Колючки. Колючки, это, конечно, опасные штучки, которые мне могли помешать. Отлично. Ключик есть. Звездочка тоже, ребятки. И мы тут все прошли. Теперь нам нужно вот сюда вот запрыгнуть. Показались мы ему немножко. Так он, конечно, за нами гонится так страшно. Ну да ладно. Теперь, ребята, вот сюда. Забираем мои звездочки все эти. Правильно, все хорошо. Прыгаем еще вниз. Ай, сколько Фредди тут? Почему вас так много? Вы что, мне все хотите съесть? Быстрее. Ой, как они тут все взорвались. Ой, ребята, что бы могло быть? Давайте уже... Так, стоп, я тут звездочку не заметил. Интересно. Так, а это что у нас тут? Кто это тут поставил эти лазеры, ребята? Ты что ли, злой медведь? Фух. Аниматроники эти, конечно, страшные, да, нападают у нас. Ай! Так, я не хочу попасться на эту уловку. И так все просто для него не пройдет. Звездочки мои. Собираю я все. Так. Ку-ку. А-а-а! Какой ку-ку бежать. Какой медведь страшный. Сейчас их будет еще больше. И сзади вон они тоже выглядывают. Но они тут как бы не особо страшны. А вот те, которые вот тут стоят сейчас, вы поймете, за кого я говорю. Ребята, вот они-то страшные. Они-то могут меня съесть. Фух, хорошо, что их рядом. Вот он. Смотрите, сейчас я только возьму ключик. Этот Фредди попытается меня съесть. А, стоять!
Видите, он когда взрывается, он свои эти детальки раскидывает, которые могут меня лопнуть. И это, конечно, опасно. Так, ну хорошо, что мы хоть тут прошли. Готово. Так, берем тогда звездочки. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Чё решил взрываться-то? Отстань, Фредди. Отстань, дай мне выжить, а? Чё ты нападаешь-то сразу? Так что, ну как мы могли словить тут, а? Как мы могли словить лазер-то специально, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, Фредди, отстань. Фух, хорошо, что мне лазер помог, и он, ребят, взорвался. Что? Ну как можно было так не рассчитать, да? Попытка номер два. Ждем. Так, ладно. Как бы все равно получилась она более-менее удачная, эта попытка. Конечно, не после таких действий, но могло быть их.